Февральский серый день глядит в окошко хмуро. Но маленькая Джейн, Шарлотта, дочь Гинзбура, старается постичь мужской души загадку. И как себя ни клич, все будет по порядку. Сперва идет глава о юности бездомной. Девчонка чуть жива в своей каморке темной. Потом стихи мечты, работа сердца ради и нотные листы, и плотные тетради. Шарлотта не хрупка, нисколько не воздушна, а вот ее рука мужской руке послушна. Да что в одной руке нам и вторая кстати, и прядка на виске, и складка на кровати. Читали в простоте Джейн Эйр, ты с нами всюду, Шарлотта, брат Бронте, ну как тебя забуду. Смотрели не дыша, любили без остатка, а мужняя душа была и ей загадка. Смотрели не дыша, любили без остатка, а мужняя душа была и ей загадка.